Здравствуйте, дорогие подписчики канала Калинка Малинка. Сегодня у нас 16 июля. И нахожусь на своем участке. Речь сегодня пойдет у нас о ежевике Вон. Вот. Вот тут рядок у меня посажен. Побеги уже не достаю, как вымахивают сплошняком. Вот, ну, урожай потихонечку начал спеть. Как видите, урожайность у него отличная. Сыпет неплохо. Вот. Получается, по времени где-то ранний средний срок, если относительно Крыма смотреть. То есть Найча с Лухты уже начали давно спеть, а Вон только начал поспевать. Вот. По ягодам. Что у нас по ягодам, судя? Вот здесь видите, кстати, показываю наши последствия града, поэтому прям хорошие ягоды вам показать. Может, там штучно удастся, потому что они все, как помните, если я снимал видео, в болячках. Практически 80%. Вот так. Ягода такая, имеет округлую форму, где-то напоминает, блин, тройная корона вашита. Вот что-то из этой серии. Ягода блестящая, кстати. Масса ягоды небольшая, наверное, где-то, я думаю, 5-7 грамм. Ну, стандартная. Плотность, кстати, у нее очень даже неплохая. Хорошая лёжкость, я думаю. Вот такие ягоды. Кстати, устойчиво к хлорозу. Я уже после ливня наблюдаю это. На побеге замещения куст не жадный. Но и тоже сильно так, скажем, разрастается. Вкусовые качества. Сладкое. Конечно, если поспеет, когда легко снимается, ягода сладкая. О, как. Ну, морозостойкость у нее невысокая, как и у Лухты. Найчеса примерно минус 13, минус 14 градусов. Со стороны, где встает солнце, конечно, спеет больше. Вот уже ягоды поспели. Эх, град наделал делов. Вот так. Кстати, одной из отличительных особенностей этого сорта является проявление ремонтантности. В прошлом году вот эти побеги, которые сейчас дают урожай, осенью мне тоже показали. Немного, конечно, но показали ягоду. Вот. Потом я порылся в бездонных источниках интернета и нарыл, что действительно ежевика Вон проявляет ремонтантность. Вот так. Ну все. С вами была Калинка Малинка. И ежевика Вон, которая не пойдет вон. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.